снять 24 часа на пляже. 6-7 часов надо уже бежать на пляж, снимать пистолет. С пляжа мне уходить нельзя, и я пошлю какого-нибудь Ханса. Начинает уже как-то холодать. Смотрите, какая там красота. Вау, как светло. Всем привет, ребят! Вы на канале Сони Лайфлайк. Я уже знаю, что погода нам шепчет, и попробуй не снять 24 часа на пляже. Такая хорошая погода, почти нету ветра. И мы сейчас находимся в столовой. Сейчас 7 часов, да, очень рано, я еще сонная. Ну, сейчас мы пойдем позавтракаем и пойдем на море. Ну, а вы пока подписывайтесь, не забудьте поставить лайк и нажать на колокольчик. Мы начинаем. Ну что, идем на место моего 24-4-го. Кто-то пришел, Прокоп кипел укроп, ушел, Прокоп кипит укроп. Идем на место моего моря. Потому что, когда мы первый раз пришли на пляж, там все было занято. Ну и мы нашли итоговое место вот там вот, в самом конце моря. Вот там. Вообще, какое-то дурацкое место. А сейчас мы нашли хорошее место, но, короче, не опоздали. И оно будет красивое возле моря. Ну, конечно. Вот там бар, и там тоже бар. Так что с путем у меня все будет точно ок. А вот место моего сегодняшнего пребывания. Я здесь буду, ну, как бы, весь день и ночевать тоже. Ребят, сейчас я, короче, пойду потрогаю море, воду. То есть вода в море. Да, вода в море, точно. Она совершенно прозрачная. О, холодненькая. Ну, вообще, типа, она теплая, но она какая-то холодная. Работать. И скоро будет весело. Йога, она меня тянет в сон ужасно, вообще купаться не хочется. Короче, сейчас мы пойдем в бар, что-то вкусненькое себе возьмем. Знаете, что это? Дайте-ка подумать! Правильно. Ну, конечно же, это было мохито. Так, наверное, пришло уже время покупаться. Thank you.
песке. Что еще можно сделать? Рисовала на ноге просто идеально. Вообще. Только телефон не взяла. Вообще, я даже думаю, что мне взять на обед. Может, пиццу или хот-дог, а может, вообще мороженое. Надо подумать. Я уже хочу есть. Недостаток пищи в молодом организме способствует скорейшему отмиранию клеток головного мозга, если таковые имеются. Так что спрячу, мне уходить нельзя, и я пошлю какого-нибудь гонца. Который принесет мне это все, что я захочу. Интересно, что все это время будешь делать ты? Так, пришла первая порция еды, зацените. Потом вторая порция еды придет. Ребят, на часах 6 часов и начинает уже как-то холодать. Купаться я уже точно сегодня не пойду, остается только лежать и мерзнуть. Ребята, я осталась тут одна единственная на пляже. Ну, понятно, почему. Пусть я тебе сейчас покажу классную штуку, из-за которой я, блин, в море не захожу. Ребята, посмотрите, какая там красота. Вау, как светло. Знаешь, из этого света кажется, что вода светлая, да? Ага. Не выпрыгивает. Ребята, короче, уже ночь. Ну да, как бы. И мой день наконец закончился. Тут так было круто, пока не настала эта ночь, потому что ветер, вот эти какие-то... Короче, холодно тут, я пошла, короче, в номер. Ну, надеюсь, вам понравилось это видео, не забудьте подписаться, нажать на колокольчик, поставить лайки. А я пошла в номер.